так и работаем вместе. Уж тяжеловато мне приходится, поэтому уж они молодые, они должны работать. Александр Михайлович Шертанов стоит у истоков и заведует крестьянским фермерским хозяйством «Восток» уже 26 лет. В 93-м году к предпринимательской деятельности подключил своего сына Андрея, который тогда только что вернулся со службы. Сейчас «Восток» — это дело всей жизни династии аграриев Шертановых. К фермерским делам имеет отношение мама Андрея, его жена, помогают и дочери. Полторы недели назад хлеборобы приступили к уборке ячменя. Злаковая культура в этом году высажена на площади чуть больше 100 гектаров. Средний урожай сдает 30 гектаров на данном этапе. У нас в перспективе, что уборка предстоит яровых культур пшеницы. Убрать нам останется горох. И в сентябре-октябре будем убирать подсолнух. При уборке ячменя аграрии Востока применяют технологию прямого комбайнирования. В собственности фермерского хозяйства два комбайна. Один старого типа, другой современный. За пультом управления второго комбайнер с 40-летним стажем Александр Владимирович Аринин. Любовь к степному кораблю ему привил отец, который также всю жизнь проработал на комбайне. Отец был комбайнером. Я с ним катался с первого класса. Вот. Так и пошло. Выучился тоже. Школу кончил, выучился. Пошел комбайнером. Работаю до сих пор. Нравится. Люблю такую технику. Куда я брошу? Наверное, так и буду. Как комбайн постарет вместе со мной. С полей Целининского района убирают ячмень аграрии другого фермерского хозяйства Ивандеева. Сельскохозяйственными делами также заправляет большая семья фермеров. Последнее слово в рабочих вопросах остается за Григорием, заместителем главы хозяйства. Его отец Николай Григорьевич целенаправленно хотел вырастить и сына фермера, а после пустить сельское хозяйство по родословной. Цель оказалась достигнута. У нас юбилей был 25 лет, уже мы уж перешли все трудности, у нас и очень трудности были. На сегодняшний день, что мы гордимся? Гордимся то, что есть наследники, занимается сын, занимаются наши внуки, уже готовы к этому, племянники работают, второе, два племянника, их дети уже развиваются, и дочка работает, то есть все работают в селе. Кроме уборочной компании, семья сегодня параллельно занята строительством зерноочистительного комплекса. Строительство идет с апреля месяца. На этапе процентов 90 зав уже готов, уже работаем на нем, а сушилка процентов 15-20. Думаем, что к уборке подсолнуха сушилку запустим. А в дальнейшей перспективе у фермеров Ивандеевых расширение собственных площадей. Планируют они обзавестись и подсобным хозяйством. Рената Алюлова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.